Всем большой привет! Я сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым, желаю вам мира в душе и радости в сердце. Читная, здравствуйте! А вам уже передали наборчики, да? Да, да. Пока я шла. Хорошо. Все, сейчас я еще вам вот маму вашу хоть увидеть, поздороваться. Наборчики заходи, новогодние. Заходи. Ма! Здравствуйте! Как у вас дела? Потихоньку, да. Титай, смотрите, это новые носочки, по двое носочков вам и маме. И спасибо перчатки, большое. Вот эти серые вам, черные маме. Ой, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Здоровья, с Новым годом вас. Вас спасибо. С Новым годом, с Рождеством. Титай, и вас. Вас тоже, всем всех. Спасибо. И всем всем огромное спасибо большое. Всем добрым людям, кто помогает. А Титнадя за меня уже все сказала. Спасибо всем добрым людям. Мы начинаем новый день. Титнадя будет с нами. Будем много-много раздавать. Все, вам всего хорошего, здоровья вам. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Давайте, дядя Вась, у вас тут порядок навели, да? Ну, да, тут пришла соседка. А? Соседка, молодец. Как у вас дела, дядя Вась? Да, ну как. Сейчас таблетки не сделают. Мы зашли поздравить вас с Новым годом, с Рождеством. О, и как раз с днем рождения. И что, с днем рождения? С днем рождения. А у вас когда? Когда у вас? 12 января. А, 12. Ну тогда и с днем рождения. Дядь Вась, здоровья вам. Дядь Вась, мне кажется, вы на вид помолодели, похорошели. О, похорошели, правильно, побрился. Операции не сделали. Делали, да. Поправляете. Лучше стало. А потом вот этот грипп. Приболели все, да? Ну тепло у вас сейчас и чистенько стало. А кто-то из соседей, да? Оксана. А, Оксана. Да, да. Оксана, молодец вообще. А там он один, она ему все помогла, поубирала. Чистенько стало. Дядь Вась, ну с праздником вас, мы поехали дальше. Вы у нас первый сегодня. Дядь Вась, всего хорошего вам. Хорошо, спасибо. До свидания. Надечка. Перчатки передали Москве. Дядь, здравствуйте. И вас с Новым годом, с Рождеством, подарочек вам новогодний. Мы ж вас не ожидали. Сказали, не приедете. Но мы приехали с праздником. Все, наборчик продуктовый тогда передавай. Давай. Большое спасибо. Всем, чтобы вы жили богато, бедно не жили, в любви и в счастье. Вы и ваши семьи. Хорошо, и все люди, кто не шли, ничего не было. Ни да. У нас, ни у вас. Да. Хорошо. Ни у кого. Все, тетя Галь, вас с праздниками, с Рождеством, с Новым годом, да, здоровья вам, тоже, и все хорошо, и что было. Тоже. Взаимно. Все, пожалуйста, до свидания. Кажется, опять меня снимать будут на камеру. Яночка, ну не надо. Давайте развернемся на солнышко, а то все засвечивается, вас не видно. Как у вас дела? Яночка, громче говори, бо я ж... Как у вас дела? Дела-то лучше всех. Лучше всех. Лучше всех. Ну, мы заехали поздравить вас с Новым годом, с Рождеством. Спасибо. Хотя уже не планировали наборчик. Спасибо большое. Мы так и поняли, что с Новым годом. А вы донесете? Я отсюда. Донесете наборчик? А, донесу. Все, передавай. Ну, там можно поставить возле калитки. Там я через забрали. А, на скамеечку, да. Эрнест? Носочки теплые и перчаточки вам. Ох, о, бежевые подкладки. Ну, спасибо вам большое. Пожалуйста, спасибо, вас с Новым годом, с Рождеством. Спасибо. Здоровья вам. Спасибо. Чтоб все хорошо также. Было у вас. Вот тут возле калиточки там поставьте. Да, поставь. Три штуки, потому что Оля уехала. Тетя Оля уехала опять, да? Оля уехала в город. Ну, оставим тогда. Тетя Оля, вот да, учительница, кто помнит, второй раз приезжаем, ее нет, но передадут. А тетя Галя? Она, конечно, а тетя Галя, я ей сказала, но не знаю, вышла она или нет. Выйдет, да? Все, хорошо. Да. Тетя Галь, здравствуйте. Тетя Галь, мы приехали с Новым годом вас поздравить, с Рождеством. Новогодний наборчик можно принести, да, и прям раз за угол там поставить. Эрнест с нами помогает. Тетя Галь, перчатки вам и носочки теплые. Ой, это хорошее дело делать. А варежки или хорошее дело? Варежки. Лучше варежки. О, варежки красивые, мне теплые. На руках. Мне руки не работают. Ой, модные. Какие красивые. У меня такие носочки где-то есть. И вот еще носки вам. Ой. Носочки теплые тоже. О, фиолетовые. Ой, спасибо большое. Все.
Донесете? Донесете? Да. Девочка, миленькая, я же хочу вас обнять. Давайте. Спасибо. Да. Все, тетя Галя. Я бы знала, я бы хоть оделась попролить. Да, нормально вы одеты, хорошо. Вы вообще-то очень хорошо выглядите. Не знаю, почему вы смущаетесь. Все, мы поехали. Всего хорошего вам. Здоровья вам. Тетя Галя, до свидания. Счастья вам, здоровья вам, всего-всего доброго. Тетя Надя, не можем ее дозваться. Оставим соседям, передадут. Помните, такая бабушка, у нее волосы, как одуванчик. Кудрявые. Вот мы ее не можем дозваться, оставим соседям. Все, оставили соседям новогодние наборчики. Кого нет, передадут. С праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Счастья вам, здоровья, пусть все хорошо будет в Новом году у вас. Как у вас дела? Потихоньку. Потихоньку. Ну, нормально, да? Да. Хорошо. Ну, вот и хорошо. Да, тетя Галь, так, наборчик. Наборчик сейчас принесу. Эрнест, остановись на минуточку. Погода сегодня хорошая. Да, и пару носочков тепленьких. Спасибо вам. Пожалуйста. Наборчик вам новогодний. Ой, большое спасибо. Пожалуйста. И вам счастья, вашим деточкам. Всего, чтобы у вас было все хорошо. Тоже. Всем людям, кто выслал денежку. Говорит, у них все хорошо, не унывать. Молодцы. Нет, не унываем. Молодцы, не унываем, лапочки. Молодцы. Ой, спасибо вам. Пожалуйста. Я даже не знаю. Я благодарю сердечно всех добрых людей, кто принимает участие в этом деле, кто высылает денежку, посылки, пишет добрые комментарии. Спасибо вам большое. Здесь женщина ухаживала за мужем. Может быть, помните, в одном из роликов было, мы заходили к нему. Его теперь больше нет, она одна. Ее дома нет. Хотели поздравить с Новым годом. Оставим чуть Наде наборчик, она передаст. Здравствуйте. Закрывайте дверь, что холодно. Мы заехали поздравить вас с Новым годом. И спасибо большое. Подарочек вам новогодний. О, и бабушка выходит. Спасибо. Вот уже идут потихонечку. Всего самого лучшего. Спасибо. Соседка, за которой ухаживали, больше нет. Гоняют? Смотрите, мы вам носочки теплые и варежки, перчатки. Женские, мужские вместе. Да, вы разберетесь. Спасибо, Надя. Давайте я вам помогу. Да ничего. Нормально взяли? Да все. Все взяли. Все, счастливенько вам, здоровья. А как у вас дела? Смотри, вас снимут. Потихоньку. Видел, потихоньку, да. Шагаю, прыгаю, как всегда. Ходите, да, я вижу. Все, всего хорошего вам, здоровья. Спасибо. 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 Давайте. Все, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, мы тогда... Здравствуйте. С праздником вас. Вас наборчик. Да. Как у вас дела? Потихоньку движемся. Нормально движется. Здоровья вам. Спасибо. Всего хорошего вам. В Новом году и с Рождеством вас. Спасибо. И вам здоровья, и мира, и спасибо, что вы есть. Пожалуйста. Все, до свидания. Тетя, здравствуйте. Гости к вам. Мы вас поздравить с Новым годом, с Рождеством. Давай сразу тогда. Это подарочек. Волонтеры. А ну-ка посмотрите на нас, что не помните. Вот другое дело. Все, да. Наборчик вам новогодний. Ой, какая маленькая. Свет приобрету. Я ж лежала, хоть халат одела. Все хорошо, новогодний у вас шарфик красный. Я так благодарна Господу, что вы вспомнили обо мне. Я вот одна, вы можете представить? Тетя, ну мы вас поздравляем. Наборчик, а давай поставь прям туда, да. Ой, вы меня извините. Да. Всегда... Смотрите, теплые носочки, ой, варежки. Класс. На морозы. Ой, спасибо. Вот они, кто высылал денежку на это, спасибо вам. Тетя, ну мы поедем дальше. Вам всего хорошего, здоровья вам, не унывайте. Низкий поклон вам. Пожалуйста. И Господу благодарение, да, что Он побуждает ваши сердца. Вспомните обо мне. Да. Плакать, все, до свидания вам, тетя, до свидания. Все, не плакать, не плакать, все. Я также благодарю тех, кто поддерживает меня лично. Пусть у вас в жизни будет все замечательно. Всем пока-пока.